Лето, пора отдыха и отпусков. Как замечательно очутиться вдали от городской суеты. Выйти утром из палатки, воздух чистый, речка рядом, комары. Всем любителям туристического отдыха с комфортом и без посвящается наш следующий сюжет. О, вы, туристы, которые не понаслышке знают, что такое сплав по реке Мана. Кардинальные перемены на Берецкой поляне вас приятно удивят. Теперь это место не узнать. Здесь совершенно другие условия созданы теперь для отдыха. И кроме того, что здесь соблюдены полностью интересы палаточников, здесь есть возможность альтернативного размещения в более комфортабельных условиях, а значит и можно приезжать круглый год. Бывалые сплавщики знают, Берецкая поляна – это одно из традиционных остановок на реке Мана. Уже более 25 лет здесь проводится Манский карнавал. В этом году туристический отдых решили сделать более цивилизованным. Асфальтированные дорожки, электричество, съемные домики, кафе. Святослав с друзьями, как и многие, не узнает привычное место. 2 года назад здесь вот как было, здесь все перекопано, невозможно было, даже на машине трудно было проехать. А если дождь пройдет, то все грязно так становится. Отдых в палатке – это романтика. Нет своей – не беда, можно взять в аренду. А для любителей спортивного отдыха вариантов множество. Называется «Ноус». По-другому его название еще носит как бы «Балтийский бильярд». Игра была завезена из Индии в Англию английскими моряками. Затем она прибыла в Балтийские порты, то есть в Ригу, там Таллин, и там получила развитие. Тут же для любителей активного отдыха теперь есть волейбольная и футбольная площадки. Предпочитаете расслабляться никуда не спеша и сосредоточенно? Для вас идеальный вариант – рыбалка. Мы поймали сорогу, ельчика и 2 пескаря. 4 рыбы поймали здесь. Спорт на природе – было бы желание, а остальное приложится. Проведению Манского карнавала даже погода не помеха. А чтобы карнавал оправдывал свое название, гости Берецкой поляны нарядились в красочные костюмы. За красотой затмишь любую королеву красоты. Так на природе с круглосуточной охраной и сервисом провели свое время участники Манского карнавала. И многие из них, скорее всего, сюда еще вернутся. Ведь в ближайших планах владельца Берецкой поляны расширение территории и строительство детского аквапарка. Да, чуть не забыла, въезд на территорию стоит всего 150 рублей. Отдыхайте с пользой!